Всем привет! Очередной обзор вкуса протеина от производителя BioTech USA. Серия 100% Pure Whey, что говорит о том, что 100% чистый протеин. Так, не сказал в первом выпуске, что производится протеин в Венгрии. Сегодня на обзоре вкус банан. И 76 грамм белка на 100 грамм продукта идет. И порядка 22 грамм на эту порцию, 28, по-моему, грамм она идет. Да, порция в 28 грамм. Так, ну, скрываем, смотрим. Так, достаточно рыхлый такой порошок. Так, производитель рекомендует мешать на 250 миллилитров воды порцию и принимать протеин не позднее 45 минут после тренировки. Так, есть. Так, ну пены поменьше сегодня, чем вчера. Сейчас скажу по запаху. Ну, запах банана, такого достаточно спелого, в принципе, с меньшей степенью химозности. Так, вкус такой ярко выраженный банана. Не сильно приторный, средний по сладости, с хорошим послевкусием, в принципе, неплохой. Даже получше, чем банановые вкусы в производителе MyProtein. Как-то более такой сбалансированный кажется, именно по вкусу. И он, еще такой момент, более густой получается. Вот. В принципе, неплох. Вкус неплохой, но лучше, чем вчерашний шоколад. Мне больше нравится по вкусовым, соответственно, параметрам. Так, такой обзор быстрый. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, будет еще много распаковок. До свидания.